Перевод этого объекта сделал автор сайта katochik.ru, где можно узнать о том, как правильно ухаживать за вашими котиками. Ссылка в описании. SCP-3303. Шампанское сверхновое. Объект номер SCP-3303. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Согласно положениям и условиям Вюрцбургского саммита, единственным способом приобретения экземпляров SCP-3303 для фонда является закупка их у Marshall, Cutter и Dark Limited. Находящиеся во владении фонда экземпляры SCP-3303 должны храниться в отдельном винном погребе в зоне 48. Если это по тем или иным причинам невыполнимо, в качестве временного хранилища допускается использовать любое помещение с минимальной освещенностью, с температурой от 7 градусов до 18 и с высоким уровнем влажности. Для доступа к SCP-3303 в целях исследований требуется разрешение двух сотрудников с уровнем допуска 4/3303. Использование в иных целях может санкционировать только руководитель зоны. Описание. SCP-3303 – общее обозначение для любого шампанского вина. В строгом значении этого термина, то есть для вина, произведенного по правилам и положениям Межпрофессионального комитета шампанских вин, произведенного в поместье Батай между 2002 и 2007 годом. С физической и химической точки зрения такое вино не имеет каких-либо значительных особенностей, однако примерно 3% наблюдателей видят вокруг SCP-3303 ярко-синий ореол. SCP-3303 проявляет аномальные свойства только в определенных условиях. Первое. SCP-3303 должны употреблять несколько человек в закрытом помещении. Допускается наличие дверей, окон и так далее. Наличие потолка, по-видимому, обязательно. Второе. Все присутствующие употребляют не менее одного бокала SCP-3303 в час. Третье. Действие должно происходить после захода солнца. При соблюдении этих условий SCP-3303 вызывает растяжение времени в границах данного помещения. Скорость течения времени увеличивается асимптотически по мере приближения рассвета, из-за чего для присутствующих время идет с гораздо большей скоростью, чем вне помещения. При контакте твердых или жидких тел с границей области эффекта они мгновенно переносятся на другую сторону, что позволяет избежать обычного в этих случаях эффект разрыва. В помещении поддерживается температура, а также давление и состояние воздуха. Механизм этого процесса также неизвестен. Употребление SCP-3303 при обозначенных выше условиях оказывает стабилизирующее воздействие на тело и психику человека. Физическое состояние субъектов не может значительным образом отклониться от того уровня, на котором оно было при активации аномальных свойств SCP-3303. Сюда же относится неуязвимость к травмам, из-за которой попытки исследовать механизм более подробно потерпели неудачу. Субъекты не нуждаются в удовлетворении телесных потребностей, но не ограничены в этом вопросе и могут значительно превысить свои нормальные возможности. Эмоции и общее состояние психики аналогичным образом зафиксированы на момент активации аномальных свойств SCP-3303, и единственные изменения, которым они подвержены, происходят от алкогольного опьянения. Следует отметить, что оказавшиеся в этих условиях субъекты, будучи предоставлены сами себе, имеют склонность к дальнейшему употреблению SCP-3303 так долго, как только возможно. В одном случае 9 участников застолья за одну ночь употребили весь запас хозяина – 80 бутылок. История. Согласно архивам Батай Шампань, в декабре 2000 года с винодельческим домом связались представители Marshall, Cutter и Dark Limited, желавшие приобрести эксклюзивное право на распространение вин Батай Шампань, а также контролировать их производство. Сделка была заключена на 3 миллиона евро. Производство шампанского для МКИТ началось в 2002 году. До сведения фонда SCP-3303 дошло в 2003 году. Было достигнуто соглашение, согласно которому МКИТ оставлялось право на продажу и производство SCP-3303 сроком на 5 лет, а фонд лишался прав на появление на территории поместья Батай и наблюдение за ним. МКИТ со своей стороны брали на себя полную ответственность за сокрытие от общества сведений о SCP-3303, а также передали фонду несколько опасных аномальных объектов. МКИТ продавали шампанское Батай как средство для продления застолий и других
всех общественных мероприятий на длительный срок, ограниченный только запасом SCP-3303. Шампанское продавалось лишь доверенным клиентам. По неточным оценкам, доход от его продажи за 5 лет превысил 50 миллионов евро. В 2008 году фонд осмотрел архивы и виноградники поместья Батай. Никаких свидетельств того, что на территории поместья имело или имеет место аномальная активность, обнаружено не было. Наемные работники не знали о каких-либо аномальных свойствах их продукции. Управляющий поместья отметил, что по условиям первоначального соглашения МКИД было позволено зарыть в районе географического центра поместья мумифицированную человеческую нижнюю челюсть. Незадолго до проведенного фондом осмотра челюсть, похоже, была выкопана представителями МКИД.